последние несколько месяцев я только и думала об этом фестивале. Я очень много готовилась, рвалась. Мне очень нравится программировать, делать конструкции роботов. Для меня сейчас это главная цель, и я пытаюсь идти к ней всеми возможными способами. Я считаю, что мы готовы, что у нас все получится, и для нас главное — это остаться командой, а не победа.